Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, дорогие друзья, всем привет! И у нас сегодня Elephone раскрывает кое-какие секреты Elephone S7. В преддверии скорого старта продаж смартфона Elephone S7 китайские разработчики решили приоткрыть завесу тайн и рассказать о спецификациях новинки. Девайс получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, обрамленный тонкими закругленными рамками, а также поддержку функции виртуальной реальности и распознание отпечатков пальцев. Также стало известно, что Elephone S7 появится на рынке в разных конфигурациях. И хотя сведения о стоимости смартфона разработчики держат в секрете, ожидается, что приблизительная цена на новинку Elephone составит порядка $100. Разработчики сообщили, что Elephone S7 будет работать на 10-ядерном процессоре Helio X20. Модель также оснастят 3 ГБ оперативной памяти, 32 встроенной памяти. Представители Elephone пока не стали раскрывать информацию относительно основной камеры, однако обмолвились, что она приятно удивит пользователей своим качеством. Elephone S7 появится на прилавках уже в сентябре в нескольких вариантах. Подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео.